«Встреча друзей» – так назвали свой туристический слет ветераны-нефтяники. После летних каникул они вновь собрались вместе. Вспомнить о былом, обсудить дачный сезон, поделиться садовыми хитростями и рецептами заготовок на зиму. Ну и, конечно, по-спортивному провести время. Ведь первопроходцы шаимской нефти – активные участники любых соревнований. Уже много лет подряд команда держит лидерство. В городской спартакиаде среди людей пожилого возраста ветераны всегда в строю. Мы очень любим туристические слеты. Что наши, что городской, мы очень любим, потому что это задорно, это весело и романтика такая. Сначала у нас проводили мы веселые старты, а потом так у нас вот перешло в туристический слет. Первым делом спортсмены решили выявить самого меткого. Каждый из участников бросал дротики в мишень. Игра непредсказуемая, смеются ветераны. Требуется большое везение. И оно в этот раз было на стороне Александра Подойникова. Он выбил 260 очков. И Эльды Кунягиной, у нее 253 очка. Очень рада, что я попала в эту команду, причем я лет 10 тому назад попала. И что я хочу сказать, команда очень дружная, и все здоровье, вся молодость, все вот, оно как бы продолжение идет. Понимаете, это бодрость, это все время подъем, это тонус такой. Веселым продолжением встречи стала эстафета. Две команды УДНГ и сервисные центры пытались управлять хоккейной клюшкой, удерживали валанчик на ракетке, кидали кольца. По итогам всех испытаний победила, конечно, дружба. Иначе и быть не могло, говорят спортсмены. Команда у нас очень дружная, веселая, задорная и жизнерадостная. Поэтому мы каждый год собираемся вот в хорошую погоду. Утром был дождь, сегодня, вот видите, какое солнышко. Это радуется солнышко, радуется погода, радуемся мы. Встреча друзей не была бы возможной без помощи фонда поддержки ветеранов-первопроходцев Шаима, руководства и профсоюзного комитета «Урайнефтегаза». Наши встречи, хоть они и не частые, но вот именно со смыслом решили провести турслет. Провели. Все дружно, все активно. Это очень нам нравится, и мы стараемся делать это чаще. Каждый участник встречи получил памятный подарок, но расходиться пока никто не спешил. Все вместе ели туристическую кашу и вспоминали песни своей молодости. Ольга Ускова, Александр Кашкин. События.